Более 1000 замков 18-го начала 20 века. От массивных, которыми запирались городские ворота, до миниатюрных, в виде животных и сказочных персонажей, при помощи которых можно было скрыть содержимое небольшой шкатулки. Замки и ключи – главные экспонаты выставки «Русский замок. Кузнечная летопись». Коллекцию собрал Вячеслав Арбузов. Для коллекционера эти предметы – настоящие произведения русского декоративно-прикладного искусства. Подавляющее большинство этих замков делали ваши земляки, нижегородцы, село Павлово, Нижегородской губернии. Это одни из самых известных на Руси мастера-замочники, которые действовали до момента, когда началась вот эта вот фабрично-заводская революция, и которая, ну, собственно говоря, стерла ручной труд, благодаря которому эти замки мы видим. Также можно увидеть тульские замки. Необычную коллекцию замков и ключей разных форм и видов дополняют живописные и графические картины столичных художников и работы из художественного фонда галереи. Выставку коллекционер Вячеслав Арбузов создал совместно с Государственным музейно-выставочным центром «РосИЗО». Мы совместно с РосИЗО вот придумали эту выставку для того, чтобы попробовать показать всю красоту, через это передать тот культурный код, который вкладывали мастера в изготовление этого замка. Экспонаты передают ремесленную и художественную историю Нижегородского края. Одна из особенностей выставки – интерактивность. Многими замками можно не только полюбоваться в витрине, но и подержать в руках, подобрать ключ, самому испробовать механизм. На открытии выставки саровчане смогли встретиться с авторами, увидеть выступления творческих коллективов. Выставка «Русский замок. Кузнечная летопись» продлится в художественной галерее до 12 мая. Без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.